доменный цех. Для получения чугуна в доменную печь загружают железную руду или агломерат, флюсы и топливо кокс. Доменная печь – печь шахтного типа. Рабочее пространство печи, выложенное огнеупорным материалом, состоит из шахты, калашника, распара, заплечиков, горна, и лещади. В горне размещены ледки для выпуска шлака и чугуна. В печь через воздушные фурмы вдувается кислород. Доменный процесс основан на принципе противотока. Сверху медленно движется шихта, а навстречу ей движутся раскаленные газы. Вдуваемый из фурм кислород, взаимодействуя с углеродом кокса, образует двуокись углерода. На некотором расстоянии от фурм весь кислород дутья израсходован. Двуокись углерода взаимодействует с углеродом кокса, образуя окись углерода. Проследим, что происходит с куском руды или агломерата, омываемого потоком горячего газа. При нагреве куска примерно до 200 градусов начинается восстановление окислов железа окисью углерода. В результате восстановления высшего окисла железа образуется закись окись железа и двуокись углерода. Закись окись, реагируя с окисью углерода, переходит в закись железа. В последней стадии восстановления закись железа, вступая в реакцию с окисью углерода, превращается в губчатое железо. Окись углерода переходит в двуокись углерода. Губчатое железо науглероживается и превращается в чугун. При температуре около 1200 градусов размягчается и начинает плавиться пустая порода, состоящая в основном из кремнезема. Кремнезем взаимодействует с окисью кальция флюса, а также невосстановленными окислами железа и марганца, образуя шлак. Одновременно с железом восстанавливаются фосфор и кремний, которые растворяются и реагируют с железом. Чугун и шлак образуют раздельные слои. Капли чугуна, проходя через слой шлака, частично освобождаются от серы. Накапливающиеся в горне шлак и чугун периодически выпускают.